Добрый день! Итак, второй урок для улучшения нашего баланса с опорой на одну ногу. Вы научились включать свои пальчики, у вас уже 5 пальчиков включенных, теперь мы еще усложняем эту работу. Остаемся на мягкой поверхности, становимся на одну ногу, хорошо чувствуем контакт подушечек пальчиков, нашей пяточки, помним о нашей таранной кости, уже легко убираем с опоры ногу, мы остаемся, колено не загружается. Прекрасно. А теперь нам нужно выключить зрительные анализаторы, то есть закрыть глаза, которые приносят нам 30% информации. Поэтому нам нужно сейчас еще больше получать ощущений от своей собственной стопы и доверять тому, что мы слышим. Пробуем. Закрываем глаза. Очень хорошо. Стоим. Помним, 5 пальчиков у нас есть. Если вы чувствуете, что им сложно удержаться, можете спокойно ногой себе помочь. И открыли. Прекрасно. Меняем. Если вы ощущаете, что вас заваливает, что есть какое-то падение, то вы просто делаете это 3-5 секунд постепенно, время будет набираться. То же самое, встали, почувствовали свой контакт подушечек пальчиков, пяточки, убрали вес, для вас это уже очень комфортное положение, убедились, что вы колено не включили, всем вниманием в свою стопу ушли и закрыли глаза, продолжаем стоять. Помните, мы на предыдущем уроке говорили, одна нога лучше, другая хуже. Наша задача убрать эту разницу. Открываем и меняем ноги. Опять, простое упражнение, очень короткое, но оно нарабатывает вам эффект ощущения от собственной стопы. Итак, надеюсь, что этот урок для вас полезен и желаю успеха в освоении собственного тела.